Здарова, ребят, с вами Вула, на ваших экранах Ring of Elysium, и сегодня у нас будет соло-катка. Попытаемся всю катку поездить на машине. Ну, тут будет, конечно, от зоны все зависеть, но, по крайней мере, для начала появляемся в Альвитре. Блять, шатры не прогружаются. Ну, вот сразу видно первая катка, приходится наобум бежать в первый шатер и... Ага, блять, стена... Ладно. Самое главное, что путь был нормальным. Так, говно. Опять говно. Ах, море говна. А не, есть что-то нормальное. Уже хорошо, уже отлично. Вот с этим уже можно сражаться. Осталось найти еще бронежилет. Вот он, отлично. Ништяк. И осталось найти еще шлем. Чё-то игра не хочет давать мне шлем в следующем доме. Совсем не хочет. А нет, все-таки есть, все-таки есть. Так, ну ладно, теперь надо уже быть осторожным, потому что, скорее всего, он где-то уже здесь. Здесь у меня резался один противник, он 100% должен быть в каком-нибудь из этих домов. Ну, по крайней мере, я бы пошел в эту сторону. Поэтому мы думаем... Ага, вот он появился, он справа где-то. Вот в этом доме, наверное, куда-то приземлился. Скорее всего, сюда куда-то летел. Да-да-да-да-да, слышу его там. Он там где-то шляется. Эх, может на балкон? Ну, имеется в виду на крышу. Да, там он, на крышу надо бегом срочно бежать. Все равно он меня тоже слышал, так что неважно, что мы тут через окно выйдем, спалимся. Да, ну точно его. Ага, вон он. Ну, вообще какой-то халявный фраг. Вообще, с окон стрелять очень такая себе затея, потому что с окон противников очень легко сбривать. Ну, потому что вы сверху, вы знаете, где они находятся, вы просто по окну зажимаете, и все, тут, в принципе, делать нечего. Противнику ничего не остается. Так, ну что ж, в принципе, у нас все есть. Надо бы еще немножко аптечками залутаться, и тогда можно уже валить. Остался один вопрос, где найти аптеки, потому что в этом доме эта сволочь уже была. Что ж, нашел я парочку аптек, теперь уже можно отправляться. Вот у нас как раз хороший Бигфут такой есть, и отправляемся на поиски приключений. Будем гонять вдоль зоны и искать людей, которые будут в нее идти. По-моему, кстати, вот в следующей деревеньке, не помню, как она называется, есть... По крайней мере, была точка. Не знаю, постреляет он, не постреляет по мне. Эй, парень. Я здесь. Бля, дерево. Мамкин байтер приехал. Ну давай, постреляй по мне. Ну пожалуйста. Может, он куда-то в другое место ушел? Что-то я уже практически все дома здесь проехал, и он все еще по мне не стреляет. Может быть, уехал. Ладно, поедем кататься вдоль зоны. Да, что-то противниками прям не пахнет. Так, давайте-ка я заеду, наверное, вот на эту гору. И там остановлюсь, и посмотрю сверху. Это как раз такое хорошее место, можно встать и аккуратненько осматривать территорию. Будем надеяться, что я увижу пробегающих мимо противников. Ну, если не увижу, в крайнем случае посидим до зоны и там уже потом будем искать. Ну, как и оказалось, никого нету, никто не пришел, поэтому придется ехать. Будем надеяться, что найдем в следующей зоне противников. Ага, есть, байт сработал, так, где-то из заправки стреляет, где же ты, где, а, вон он, он за этой, он не за заправкой, он за будочкой такой, сейчас мы его, так, надо чуть-чуть назад отъехать, а то мешает, вот, за эти деревья. Что-то не хочет стрелять по мне. Ага, он начал. Давай-ка вылазь. Ух ты, блять, а машина-то горит.
Нельзя здесь больше оставаться. Так, надо его как-то выудить отсюда. Сука, блять. Выглянул, посмотрел и убежал. А мог бы такую пулю схватить хорошую. Так. Что-то он вылазить не хочет. Надо, наверное, перемещаться немножко левее. Ну, давай, 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 парень, вылазь. Я знаю, что ты хочешь. А! Ой, бля. Он не ожидал, он не смотрел. На самом деле, на его месте я бы забежал в эту каморку, ну, которая вот за него стояла, в эту будку. И у него вот есть такие прямоугольники. И стрелял бы из них. Но он почему-то до этого не додумался. Наверное, еще новичок. Вот тут, сука, новичок со вторым броником удает. Так, места нет. Давайте поизбавляемся немножко от всяких бинтиков, винтиков и от МП5 тоже избавимся. Я думаю, она нам не понадобится в этой игре. Так, аптеки забираем, патроны побольше 5.56. Да. Так, ну и здесь где-то стояла целая машина. О, ну все, можно идти дальше кататься в зону. Что ж, взял новую машину. Покататься по краю зоны, но счет уже почти до домов доехал, и никого нет. Уже, наверное, минуту катаюсь, и никто так на меня и не вылез. А должны. Как так? Я же на машине еду, все-таки должны стрелять по мне, должны слышать, видеть должны. Да все должны. Эх, все еще никого не могу найти. Так, квадратки пусто. О, машина стоит. Ну-ка, давайте-ка прокатимся здесь. Потому что, по-моему, это не моя. Я здесь машины точно не оставлял. Давайте-ка прокатимся. Может быть, он где-то здесь за камнем стоит. Тут куча деревьев. У меня вроде... Ага, вот он сзади с домов стреляет. Окей, окей, я понял. Вон он, вон он, вон он. Бежит к дереву. Сейчас мы тебя отпорим. Так, то есть нам только переключить надо. Все. О, есть. Отлично. Блин, пока переключался, забыл, что у меня были в одиночном режиме. И их 4 стоял. Неудобно было бы в упор стрелять. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, я у нас здесь еще кто-то есть. Давайте-ка быстренько залутаемся и поедем к этим ребяткам. О, не понял. А, смотрите, кто к нам тут прилетел. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, слева, 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 слышу. Раз, раз, готов. Ай, хорошо. Ай, молодец, ой, молодец. Какой хороший, блин, шлем ему попортил. Надо было по телу стрелять. Так, я помню, там еще в конце у нас стояли люди, которые стрелялись. Потому что по-любому у нас кто-то еще остался. А, они даже стреляют еще, вот. Они теперь убили друг друга, а мне можно отправиться за халявным фрагом. И... Так, ну чё. Ага. Летит. Но это точно не они, это точно кто-то не из этих, это кто-то левый. Бедный парень. Летел себе спокойно, никого не трогал, в зону хотел попасть. А тут какой-то придурок на машине стоял и стрелять начал. Так, самый главный вопрос. Где они стрелялись? По-моему, где-то в домах. Так, у нас еще 2 минуты до зоны. Давайте покатаемся, побайтим немножко его. Короче, решил я поменять машину все-таки на этом великолепном монстр-траке. Ездить гораздо удобнее. Ну, точнее, в вас попасть гораздо сложнее. Да и ХП у него побольше. Ага. Иди-ка сюда. Ой-ой-ой, как хорошо, их 4 спас. Вот. Вот на такие расстояния тоже не очень удобно стрелять с коллиматора. Вот X4 спасает. Ну, это если умеете зажимать X4.
Целый шлем. Наконец-таки. Что-то люди совсем охерели, я смотрю. Одни, вторые шлема. Бля, дерево. Так, ну, все. Я так понимаю, здесь, наверное, никого больше не будет. Потому что это, скорее всего, тот чувак был как раз, который сражался со вторым. Что ж, ладно, отправимся в зону. Чё? А, нет, еще кто-то есть. Так, тихо. Уже барахлит движок. Так что, давайте-ка поменяем. Все-таки хорошо, что вторая машина осталась. Меняем на вот этот шикарный пикап. Так, ну что, парень, где ты там идешь? Покажи мне. Ну-ну-ну-ну-ну. Где же ты, где? А, стоп. Он не идет, он едет. Ладно, блядь. Не попаду я ск... О, он перевернулся! Но-но-но-но-но-но-но-но! Да хоть раз, ты попади по нему! Ну, отлично. Попал раз, и он уехал. Ай, блин, практически требуемый всадил в него. Так, ладно, зона близкая, не проблема. Так, он поехал куда-то правее, так что я немножко левее возьму. Вот, что вот здесь за камешки. Так. Так, стоп. Ох ты, смотри, там еще кто-то бежит. Со здания выпрыгнул. Ну-ка, 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 иди-ка сюда. Мансить начал, мансить. Ну ничего, не таких укладывали спать. Так, слева вроде никого нет. Так, у нас где-то справа еще чувак. Переключим режимы. Он точно должен быть справа, потому что он поехал направо. А вот, кстати, они... О, в этой будке стреляются. Ну-ка. Бля, не успел. Нужен. Где ты, парень? Где ты? А, вон он, его голова. Так, ладно. Подъедем поближе. Патронов мало, тратить жалко. Ага. Ой, повезло мне, ой, повезло. Ух ты, блядь, еще и сзади стреляет. А, ну зато я знаю, где последний. Это последний остался. Спалил себя. Теперь не придется тебя искать. Теперь я точно знаю, что ты в той стороне. В той стороне. Сейчас, подожди, я тут патрончиков пособираю. Ой, чё, второй шлем? Ёлки-палки, народ, откуда вы их берете? Я вторые шлема только с трупов находил. Уже который противник приходит, и я с него забираю второй шлем. Так, суп, вон он! Ах ты! Куда ты? Смотри, лёд. Сейчас мы ему смосинки. Бэм! Бля, ниже пошла, сука. Ах, сильно левее взял. За бархан ушел. Так, машина, машина, где машина? Вот она. Вот машина наша, сладенькая. Сейчас, подожди, подожди, я к тебе еду. Моя дорогая, я еду к тебе. Я еду к тебе. Ну, хотя я дорогая, я же за Лольку играю. Так что, дорогая, здесь я. Так, вон он. Так, отлично, два попадания есть. Срочно в машину. Ха-ха-ха-ха. Вот это отличная была игра. Великолепно. Фу, вот это геймплей. Руки дрожат. Просто, ребят, не представляете, как руки дрожат. Постоянно на машине. Такое ощущение, что сам на машине на это ездил. Вот. Вот это геймплей. Зона еще не началась, а уже одни трупы.
Идеально. Идеально. Кошак остался доволен. Не буду говорить, что изи победа. Потому что достаточно скилловые попались ребята. Ну, в общем, всем спасибо, ребят, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!